Привет, ребят! Вы на канале Рыбаки, ты с нами? Рома. Мега Рома! И сегодня мы рисуем с ним, и с вами тоже, я надеюсь. Что мы рисуем? Йоку. Йоку! Громко и весело! Йоку, 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 йоку! Рисуем йоку, и очень просто. Давай, не спеши, Ром, начинаем со мной. Смотри, сначала нарисуем прямоугольник. Вот такой. Прямоугольник. Очень просто. Отлично. Теперь что у Йоку есть? Глаза. Давай. Глаза. Рисуем два глаза. Вот так, два глаза. Еще есть рот. Рисуем рот. В глазах нарисуем сразу зрачки, да? Ты уже нарисовал, а я тоже нарисую. И вот такой, и зубки. Зубки красивые. И такие. Язычок. И язычок нарисуем. Отлично. Что еще есть у Йоку? Ушки. Ушки. Он ведь заяц. Это заяц? Волшебный. Правда? Это заяц? Рисуем. Он похож на зайца. Отлично. Но неизвестно кто. Рисуем два уха. В них еще такие овальчики, да? Он может в динамик вселиться. Куда? И музыка меняется. Я смотрю, Рома в курсе дела. Давай дальше. Что есть еще у Йоку? Говори, что еще у Йоку есть? Ну, что вот снизу? Ножки. Ножки. Рисуем ножки. Майнкрафтные. Майнкрафтные, с такими треугольничками. Немножко похож на Майнкрафт. Конечно, немножко. Да. Теперь что еще рисуем? Ручки. Почему ли там Майнкрафт? И почему это ведь мультик про Майнкрафт, мы не знаем, да? Смотри, вот такие ручки рисуем. Такую, кружочек. А здесь пальчики. У него... Он веселенький. По 4 пальчика. Есть еще у него друзья Митя, Майя и мальчик, которого я не знаю, как зовут. Ну, он действительно веселый, Йоку. Действительно, парень очень веселый. Смотри. Неизвестно, кто он говорит. Йоку, Йоку, Йоку. А он говорить не умеет, да, кажется. Он говорит Йоку, Йоку. Да, он какой-то такой. Он говорит свое имя только. Да, прибабасный какой-то. Какой, ну ничего, прибабасные. Ладно, это толщину можно не рисовать. Теперь мы Йоку раскрасим. А раскрасим мы масляной пастелью. Рома, вот масляная пастель. Аккуратненько раскрашиваем. Все раскрашиваем сначала каким цветом? Желтым. Желтым. Давай раскрашивать. Желтым. Ты часто смотришь мультики, я смотрю? Да. Ты про Йоку знаешь все? Да. У него даже носа нет. Носа нету, да. Еще, он, наверное, какой-то инопланетянин. Я нарисую. Что? А, такие челочка. Ну, можно потом подрисовать будет тоже. Закрашиваю желтеньким по-быстренькому. Мы стараемся с Ромой быстро очень раскрасить. Не тормозить, очень долго не раскрашивать. Вот они вот все сначала, вот, ребята, все понимают, вот такие хотят что-то вот сделать. Потом и уж... Кто-то, из-за магии Йоку только одни неприятности. Ничего не скажи, он всегда им помогает. Йоку хороший, а там учительница у них есть, помнишь? Это не учительница. А кто это? Какая-то... Тетя Маша. Тетя Маша вообще, тетя Маша еще та, она тоже квадратная. Соседка. Да? Она такая с полукруглой маской какой-то или шапкой у нее, что такое? Это у нее шапка и очки. Ну тоже смешная. Она их учит всему, да? Нет. Вот, мол, надо то-то, то-то, да? Да, она говорит, вот все такое говорит. Они ее слушают? Слушают. Но не сразу. Да, они, у них бывает ссора. Эх, бывает. И у нас тоже бывает с тобой, да? Нет, с Павликом бывает еще. Ух, у вас с Павликом уж точно бывает. Ссоры точно бывают. Ну ничего, мы ссоримся, потом миримся. А теперь мы добавляем красного. Ну, если мы ссоримся, или я вот что с Павликом делаю, меня всегда наказывают и ставят в углы. Ну, не скажи. И когда мы тебя ставили последний раз в углы, скажи. Ну, когда я был еще поменьше. Когда? Вспомни этот момент, когда ты был в углу. Я помню. Да, давно Рома не был в углу. Я был... Хочешь сегодня поставить в угол? Нет! Нет, будешь стоять, пока не поймешь. Ой, да не бей ты же меня, мне больно. И еще я такие точечки должен нарисовать. Рисуйте, ребята, с нами. Прям весело получать точечки. Йоку такой хороший. Ну только здесь все вот там у Мити и Майи их друг. Вот.
Да, да, да. Они вот что вот хотят, Йоко вот приходит, но потом вот они там делают, если приходит тетя Маша, они вот так волнуются, что делать. А Йоко вообще похож на кого? На зайца или на Деда Мороза? На зайца похож. На Майнкрафт зайца, да? Да, на желтого Майнкрафт зайца. Йоко, 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 Коко, Коко. Сначала такая... Так. Вот в конце такой, давай, бабуй, бабуй. Ну да, он не разговаривает, очень веселый. А потом такой вот, вот как, когда еще песня не закончилась, заставка. Вау, Йоко! Тогда он вот выпрыгивает и говорит, мии, гауч. И гауч. Роме нравится, я музычки, мультики и так далее. И, конечно, Йоко. И, а ты мне не разрешил. Не разрешил Йоко смотреть? Нет, мультик «Карусель». «Карусель». Ну, мы не так часто смотрим мультики. Нам нужно делать перерыв на школу, на подготовку, на садик, на занятия, на музыку, да, на английский язык, на все остальное. Так что... Ну, папа, ну давай. Да, ну, я... Да почему ты... Будем сегодня тоже и играть. У тебя здорово получился, Йоко. Да почему ты вот мне не даешь? Мы сегодня тебе поиграть дадим, ладно? Во что-нибудь. Хорошо? Ребят, рисуйте с нами. Мы нарисовали Йоко. У Ромы отлично Йоко получился. Я думаю, у вас. А у него как-то вот такие. Если вам нравится, то приходите в нашу группу в Инстаграм. Инстаграм Рыбакит Поприсует легко найти. Или ВКонтакте. И я тоже встану Йоко. И если вы нарисуете, обязательно пришлите свою работу мне в Инстаграм. Еще вот смотрите, как я показываю фокусы. Пока-пока. Да, пока-пока. Вау, вот Рома исчез. Вот это ты даешь. Смотри, как я умею.